Сегодня на Даманском большой праздник мороженого. Организован он городским телеканалом и радио Хит ФМ при поддержке утреннего фреша. Море развлечений и активностей, призы, подарки, яркое солнце, хорошее настроение сделают все, чтобы этот праздник по-настоящему стал незабываемым. Что же самое главное на празднике мороженого? Конечно, мороженое. Самое время обменять вот этот купончик на холодное лакомство. Здравствуйте. Ура, я тоже с мороженым. Теперь самое время освежиться. А я тоже хочу мороженого. Дайте оператору мороженого. Ну дайте оператору мороженого. А я говорю, дай сюда. Мороженое отобрали, но ничего страшного. У меня еще один купончик есть. Так, ничего не делая, подарю вам билеты в зеркальный лабиринт. Вы пойдете туда прямо сейчас, но с одним условием. У нас все сегодня серьезно. Вы должны будете сходить в него и к 13:00 вернуться сюда к сцене и рассказать, как вам оно там понравилось. Сегодня на празднике мороженого много призов. И наш партнер «Зеркальный лабиринт» подарил совершенно бесплатно билеты маленьким сладкоежкам. Давайте посмотрим, сложно ли пройти этот квест. Закрываешь ширму и вдруг попадаешь в совершенно иной мир. Если честно, это словно Алиса в «Стране чудес». Я себя такое ощущаю. Давайте попробуем пройти этот квест вместе и не врезаться ни в одно из стекол. Ну, пока продвигаемся. Мне кажется, у нас с вами хорошо получается, друзья. А нет, стекло. Сейчас мы куда-нибудь зайдем и потом не сможем выбраться. Так что, если вы смотрите этот репортаж, помогите. Если ориентироваться по свету, то выход найти можно. Главное не смотреть постоянно в зеркала, потому что только свое отражение ты в них увидишь, и тебе будет сложнее найти заветный свет. Мы это сделали, друзья, мы справились и вместе с вами преодолели все зеркальные препятствия. А еще после прохождения зеркального лабиринта можно попытать удачу и попытаться выиграть 30 тысяч рублей. Давайте попробуем, чем черт не шутит. Нам не удалось. Ну что же, оставляем сокровища для других. А мы идем дальше. Меня зовут Семен, и было очень круто. Мы врезались 4 раза и заснимали кучу селфи. Я один раз врезалась, а вообще стекла не заметила. Ты первый раз попробовала? Да. Очень классно, и когда там ходишь, иногда врезаешься в зеркало, и поэтому там нужно ходить много в все стекла. Все получают мороженое, потому что жарко, потому что классный аттракцион. Мы все, я смотрю, с красными лицами, то ли от смеха, то ли от жары. Но опять же с одним условием. Ровно в 14:00 вы возвращаетесь сюда и рассказываете нам о своих впечатлениях. Если штаны будут мокрые, это ничего. Возвращайтесь все равно. Хорошо? Обещаете мне? Тогда получайте билеты и марш в комнату страха. Вера,
Иди скорее! Случайно расширяется у меня улыбка, потому что много счастливых лиц, потому что много вкусного мороженого. Хорошая погода, яркое солнце. Что там самое страшное? Это там, когда Гренни вылезала из кровати и размахивала руками. По мне чуть ли не попала. Мне очень понравился аттракцион. Я была там первый раз. Мне очень понравилось, когда были скримеры, хоть они и не страшные, но мне понравилось. В принципе, я могу посоветовать это всем, даже своим подругам. Я буду вас раскручивать и вот так вот ракетой отправлять в космос. Хотите? Но так я не могу, я, к сожалению, не фея. Но зато могу отправить вас на классный аттракцион. Он называется «Дом вверх дном» и находится вон там. Хотите туда попасть? В холодильнике и на полках все перевернуто? Да. Так что же вывалится? И даже мороженое. Каша-то вывалится, и мороженое-то растает и будет капать вниз. Как же так-то? А потому что там мороженое было закрыто. Выдам билеты в дом великана, и вы пойдете туда, где все огромное, а вы останетесь маленькими-прималенькими. Клетки для кого? Для попугая или для... Клетки! Для попугая, да? Вы были птичкой? Ага. В самом начале там было весело, но там был диван, стулья. И что там такое большое, что даже удержать было сложно. А сесть-то можно на этот стул? Получается сесть или не достать? Только на диван. Ну что, я надеюсь, что вы расскажете своим друзьям о том, какие классные аттракционы есть на Даманском острове, да? И они обязательно сходят и в Дом Великана, и в Дом Перевертыш, и в Лабиринт Страха, и, конечно же, в Зеркальный Лабиринт, куда я сама тоже очень хочу. Надеюсь, туда обязательно попаду. Считаете, важно проводить такие мероприятия у нас в городе? Конечно, обязательно важно. У меня ребенок ждал две недели, наверное. Как рекламу увидели, все хочу. Я говорю, все, пошли. Готовился, худел, место оставлял. Да, сегодня с утра сказал, завтракать не буду, буду мороженое сегодня есть. Так, идем. Аккуратно, не привлекаем никакого внимания. Подходим к людям, которые отдыхают. Здравствуйте, как настроение? Отлично, можно погулять всей семьей. А вы были в прошлом году? Да. И как вот вам по сравнению с прошлым годом? Изменилось, улучшилось? Ну да, по-моему, более массовое мероприятие стало. В прошлом году, по-моему, было меньше народу. Очень весело, хорошее настроение. Вот у нас аквагрим. Все здорово, молодцы. Спасибо. Тут очень интересные проходят всегда концерты. Приезжают разные артисты. Всегда тут очень интересно. Кор-канал нас удивил.
всех на праздник пригласил, айс перемороженным нас угостил. Праздник мороженого – это класс! Мы придем к вам еще раз! Вот она, целая большая коробка мороженого уходит вот в эту семью. В следующем году ждем вас на этом же месте, примерно в этих же числах. Будет еще больше друзей, еще больше подарков и еще больше веселья. Ну а прямо сейчас для вас, для всех наших гостей, кавер-группа «Пистолеты»!